обещаю из Египта. Только недавно прилетела, вот сходила в душ, погода очень жаркая, вот, прибегала в кипер, как обычно, много чудеса, покажу вам точнее. Сделала масочку, моя любимая, здесь на отдыхе кожа очень сильно сушится, и нужно ее постоянно увлажнять, классная. Девчонки, хочу вам показать крем, который я взяла на отдых. Он у меня уже заканчивается, я его распробовала. И хочу сказать, что на лето он просто идеальный. Кому хочется такого хорошего увлажнения, но очень быстрого впитывания, то эта штука для вас. Реально стоит очень бюджетно, стоит 40 гривен всего лишь, поэтому смело могу вам посоветовать. Хочу в этом году показать то, что я купила в Дьюти-фри. Это такой вот набор мини-дупок от Носкино. Вот, я взяла их на подарки. Вот. И мне очень нравится, если говорить о моих кусочках. Вот этот аромат, вот этот. Вот эти три я не пробую. Но говорят, что они будут розовые, но очень крутые. Вот так вот выглядят они. Коробки. Открывать не буду, просто решила вам показать, что это такой набор 45 евро. Вот такая у него упаковочка, очень компактная, красивая. Мне понравилось очень. В дорогу очень хорошо с собой брать, она компактная. Сейчас покажу, что внутри у нас идет румяна, тени. Нудовые, коричневые, светлее, темные и два оттенка для губ. Также в наборе идет кисточки, но кисточками я не планирую пользоваться, потому что, ну да, они компактные, но тем не менее они из не очень хорошего ворса, поэтому я думаю, они не будут хорошо работать на лице. Вот, поэтому как-то так. Так вот это все дело выглядит. Очень нудовые тени. И, в принципе, то, что необходимо. Можно сделать полноценный макияж. То есть это красные губы, конечно, оттенки немного темные, да. То есть мы... Лично я такие оттенки не очень люблю и использую крайне редко. Вот, но в целом, как для дорожного набора, очень круто. Стоил этот набор 35 евро. Хочу сказать, что я никогда не пробовала декоративку от Clinique. У меня когда-то было очень давно... Здесь, кстати, написано название теней. Вот, можете прочитать. Когда у меня не было декоративки от Clinique, поэтому будет интересно воспользоваться данным набором. Так как я люблю путешествовать куда-то, даже ненадолго, думаю, самое оно. И закончить свой влог я хочу такими вот покупками небольшими от Victoria's Secret. На самом деле, очень много я всего назаказывала. Это была и сумка пляжная, это и плед от Victoria's Secret, и две майки я взяла тоже. И вот сейчас идет у меня халат, очень жду его, рубашка ночная. В общем, я скупила, мне кажется, абсолютно все, что я хотела. Вот, конечно, еще остались пару моделей трусиков, которые я бы хотела купить. Вот, но именно такой модели, как я хотела, в Duty Free не было. Вот, и поэтому я думаю, что буду искать в сети интернет. Вот, все покупки я беру и заказываю только у определенной девушки. Уже не первый раз. Вот, также у нее заказывала обложку на паспорт. Все в наличии, ждать очень, там, буквально неделю.
Вот, на заказ также она работает с американским сайтом, поэтому очень удобно. И покажу вам такой вот блеск взяла. Очень крутой. Это из новой коллекции. Я не знаю, как он называется. На самом деле, вот здесь название. Он, вы знаете, я думала, будет прозрачным ложиться на губы мои. Но он полностью их перекрывает и оставляет, знаете, такой естественный розовый оттенок. Блестящий, с таким глянцевым финишем, очень красивый. Получается эффект зацелованных губ. Очень мне нравится, поэтому очень довольна я. Очень долго делала выбор. Не знала, какому отдать предпочтение. Мне понравился и с брелком, с губами, с сердцем. Но они какие-то были очень темные все оттенки, поэтому мне не понравилось. Взяла этот и очень довольна. И покажу вам свою давнишнюю хотелку. Это такой спрей. Вот он так вот выглядит. Очень мне понравился запах. Очень классный, потому что он, знаете, такой ненавязчивый, пахнет мне какой-то малинкой. Вот, еще я заказала себе кокосовый, по-моему, или ваниль, я уже не помню, правда. Меня привлек именно в магазине ванильный запах и кокосовый, но меня почему-то задавила жаба, и я решила взять только один, тем более я не пробовала эти спреи никогда раньше. Подумала, может, они не очень стойкие, смысл выкидывать за них. Даже те $10-15, поэтому как бы, да, но именно вот Pure Seduction мне очень понравился. И понравился еще ванильный какой-то аромат, не помню, как он точно называется. В общем, подсела. И на этом я хочу закончить свой влог. Спасибо всем за внимание и пока-пока.